Всем здравствуйте! 2 июня известная певица Татьяна Буланова узаконила свои отношения с бизнесменом на 19 лет младше самой певицы Валерием Рудневым. Влюбленные оформили отношения в Санкт-Петербурге. На торжестве присутствовали только самые близкие и друзья пары. По мнению многих, молодой супруг чувствовал себя под объективами камер скованно и словно делал все, как ему скажут. Меж тем сама певица спустя полмесяца после свадьбы очень счастлива. Валерий подарил ей роскошный ресторан, открытие которого состоялось 16 июня. Конечно, Валерий Руднев сделал щедрый подарок возлюбленной. Он вложил 50 миллионов рублей в открытие этого ресторана, который находится в самом центре Петербурга, на улице Марата. Заведение «Гастрономика по-новому» впервые открыло свои двери в пятницу 16 июня для всех желающих, а знаменитая хозяйка радушно встретила гостей. На торжественном открытии всем было очевидно, что 54-летняя певица немного волнуется, но все равно рада ощутить себя в новой роли. Татьяна в свою очередь отметила, что не вникает в финансовые вопросы, а является музой и арт-вдохновителем пространства. Отметим, что молодой супруг не спешил общаться с журналистами и держался в стороне от прессы. На просьбу сделать совместное фото он сначала отказался, но затем все-таки после просьбы супруги согласился. Открытие заведения прошло на высшем уровне. Гости с нетерпением ждали саму виновницу торжества. И Буланова, конечно же, спела свои лучшие композиции. Далее она отметила, что будет часто выступать тут и собирается лично следить за работой ресторана. А планы на заведение у нее грандиозные. Будем надеяться, что совсем скоро открывшееся заведение станет популярным и достаточно узнаваемым. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!